что всем собраться и выходить, взять документы и выходить на улицу. Дом старый. Его давно надо было сносить. Кубометры бетона через специальные насосы подают в подвал. Там бетон заливают. Таким образом укрепляют просевший фундамент. Кстати, именно работы по укреплению фундамента предварительно и стали причиной обрушения. Рабочие наткнулись на грунтовые воды. Дом треснул. Две стены рухнули с шестого по первый этаж. Сейчас здание находится действительно в серьезном состоянии. Идут поперечные трещины, поэтому мы со специалистами сейчас рассматриваем различные вопросы укрепления этого здания, предотвращения обрушения и так далее. Возможны различные варианты, вплоть до того, что это здание придется сносить. Пострадавших нет. Жильцы четырех соседних зданий находятся в ближайших гостиницах. Кто-то поехал к родственникам. Вы где сейчас находитесь? В гостинице «Срединка». И что говорят, когда сможете вернуться домой? Не знаю. Пока до пятницы продлили. Дому